Здорово, бойцы! Продолжаем проходить Assassin's Creed 2. Итак, я прочитал снова ваши комментарии. И огромное спасибо, что пишете, подсказываете, подсказочки всякие разные. Вот. И вы писали, что всю дичь, короче, которую нам придется искать, ну, большинство дичи, которую нам придется искать, перья, вот эта вся фигня, она не отображается на картах. И один из подписчиков пообещал мне скинуть карты, короче, где они находятся, вот, чтобы мы смогли их найти. Вот, это за это отдельное спасибо. Отдельное спасибо, да. Также вы писали то, что в каждом новом городе лучше покупать новую броню, короче. Вот. Так как у врагов будет враги будут становиться сильнее, у них будет больше хп, короче, и мы на их по сравнению с их уровнем будем выглядеть ложками в старых костюмах. Вот. Ну, так мы, в принципе, попробуем поступить. Так, давайте как раз сразу к кузнецу зайдем. Смотрите, здесь починить все. Чиним все. Вот. Так, смотри, у нас что-нибудь есть здесь из доспехов новое. Появилось? Нет, смотри. Кожаный нагрудник, да, появился, смотри, кожаный нагрудник. У нас 10 тысяч, кстати, кожаный нагрудник, кожаные наплечья и на... Голенники, Гельшмидт, да. Также вы написали, короче, чтобы были какие-то скидосы в городе. Нам нужно что-то, короче, открыть или построить. Что-то, короче, какой-то бизнес замутить. Вот. Давайте пока не будем покупать. Вот. Замутим, попробуем этот бизнес или что-то там. Херотень какую-то. Вот. И... тогда уже будем закупаться. В принципе. Так, что у нас здесь вообще имеется? Смотри. Значок с перьями. Это комната Мари. Туда нам надо перья относить, которые мы найдем. Вот. И значок начала фрагмента. Начало фрагмента. Так, погоди. Ну давай-ка мы не будем пока начинать фрагмент, давайте-ка пробежимся, посмотрим, поищем статуэтки, может, да? Давайте оглядимся, посмотрим. Может, здесь где-то они лежат. Смотри, там что-то вон есть. Что-то вот блестит. А, я понял. Ящичек. Ну окей. И... ящик — это тоже хорошо. Так, и также вы советовали, чтобы искать вот эту всю херню, короче, использовать орлиное зрение. Вон, в принципе, я вижу, смотри, что-то блестит. Наверное, там у нас перо. Так, окей. Ну-ка. Заберешься ты? Почему не забираемся? Скажи мне на милость. Отлично, одно перышко есть. Так, давай-ка осмотримся. О, смотри, я вижу нашу статуэтку, вон вторая. Две статуэтки есть. Спасибо огромное за подсказочки. Так бы я искал, бегал очень долго. Без орлиного зрения. Так что каждый комментарий я стараюсь читать и отвечать на них. И, ну, обращать внимание, да, прислушиваться к вам. Так что... мне очень приятно, что вы смотрите и комментируете.
Также в комментах можете, помимо, ну, подсказок, там, свое мнение, да, там, писать, как бы это никто не запрещает, еще, ну, только в рамках разумного, как бы, друг друга не обсирать, как говорится, уважать друг друга, потому что всякой негативной дичи и так полно в нашем мире, поэтому... Давайте держать ламповую атмосферу. Ламповую, дружелюбную. Так, мы нашли, короче, две статуэтки. Что еще у нас здесь виднеется? Пока я, в принципе, больше ничего не вижу. Пока больше я ничего не вижу. Вон там еще у нас ящичек с деньгами. Ну, ящики с деньгами, в принципе, мы можем, короче, купить карту. Они на карте будут показаны. Ой, сори, женщина. Сама ты. Да? Я с тобой полностью согласен, что не нужно ссориться, и я просто случайно. Я надеюсь, ты меня поймешь. Окей. Давай-ка сбегаем, поставим статуэтки на место. Так. Нет, это не сюда. Взяли Аполлона, и кого еще мы взяли? Я что-то там проглядел. И сюда. Как всегда по плану, да, немного бегаем, немного ищем, и... О, сразу две, смотри, так вот, да? Опа, она, смотри, прикол. Что-то открылось. 2000. 2000. Охренеть. 2000. Они вместе, но никогда не соприкасаются. Пока один бодрствует, другой спит. Но оба наблюдают за нами. Диана и Аполлон. Вот так. Охренеть. 2000. Отлично. Так, давай здесь полазаем, посмотрим, поюзаем. Что-нибудь интересное. Может, что найдем? Может, что найдем? Так. Так. Окей. Заначка чья-то. Так, отличненько. Давай спустимся вниз. Так, сейчас по периметру пробежимся. Что-нибудь. И найдем вкусное. Так, только вот таких вот резких движений не надо делать, пожалуйста. Окей. Нет, погоди, давай от седого, от этой стены. А, нет, здесь нам не забраться. Вон там у нас торчит. А, ну здесь мы, в принципе, а нет, смотри, тоже есть сундучок. Отлично. Отличненько. Так. Погоди. А, вижу еще одну статуэточку. Еще одну статуэточку, отлично. Ну, для начала давай-ка заберемся наверх сюда. А, фигушки. Нам туда не забраться. Может, с другой стороны? Что-то я не вижу здесь. Что это? Что это ты делаешь со стеной, дружище? Так, короче, на эту нам не забраться.
Получается. Окей. Вон, статуэтка. Ну давай-ка. Туда попробуем сейчас залезть. Потом за статуэткой пойдем. Здесь, в принципе, пусто. Пусто. Нет ничего. Так, окей. Там у нас выход за пределы города. Ах ты, не зацепился. Ну ладно. Так, окей. Вон, смотри, там что-то еще. Он блестит. Наверное, перо. Я так предполагаю. Так, здесь ничего нет. Давай-ка наверх заберемся. Да, смотри, там перо. А статуэтка где у нас? Вон она, статуэтка. Так. Опять упал. Ну окей. Ладно. Давай сейчас возьмем перо. И потом за статуэткой. Так, как тут забраться? Вот так вот. Отлично. Так, одно пирожка есть. Одно пирожка есть. А, где у нас статуэтка? Так, отсюда я ее не вижу. Она, наверное, вон там где-то. На тех домах. Да. С этой стороны обзор хереновый, поэтому не видно статуэтку. А, вон она, по-моему, блестит. Воу! О! Я думал, все, криндец. Криндец кранты. Там, кстати, видели, да, ящичек был. Ну ладно. Ладно. Где там статуэтка? Да, погодь. А, вон она. Вижу. Теперь я ее увидел. Отлично. Миневра. Статуэтка Миневра взяли. Ладно, за ящиком мы потом вернемся. Я думаю, мы возьмем. Возьмем с вами. Карту купим. Тоже потом. Все склады будем с этими со сокровищами исследовать. Так, окей, ладно, давайте попробуем выполнить задание. К фрагменту пойдем, что нам скажут. Вот он, наш компьоне Эцио. Да здравствует Эцио! Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Вьери мертв, и теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лаварари. Си паса тутто иль джорно а бере. Путане! А что, правда? Главное, пить со шлюхами, да. Давай пройдемся. Да, дядя. Так, окей, новые планы. Осмотрите виллу и найдите спрятанные страницы кодекса. Окей. Пацы работают на некоего испанца. Это Родриго Борджа. Один из самых влиятельных людей во всей Европе. Предводитель ордена тамплиеров. Так, идет внимательно, типа, внимательно слушает. Он виноват в смерти отца и братьев.
Да. А при случае он постарается убить и тебя. Значит, мне все равно придется сразиться с ним. Но только после того, как мой меч сразит остальных тамплиеров. Последую списку отца. Куда ты отправишься теперь? Во Флоренцию. Франческо Пацца разделит участь своего сына. Звучит разумно. Не сомневаюсь, враг замышляет недоброе. А, вернемся во Флоренцию, ладно, получается. Хватит на сегодня. Ну да, у нас там много всего еще не открыто. Окей. Нужно прочитать письмо, которое дал дядя. А, точно, мы же взяли еще письмо, точняк. Давай-ка. Мистер Франческо, я поговорил с вашим сыном. Я согласен с вашей оценкой, но лишь отчасти. Да, Вьери дерзок и склонен к необдуманным поступкам. Кроме того, он имеет привычку обращаться с наемниками как с игрушками. По моим сведениям, из-за этого были искалечены по меньшей мере 3 человека. Но я не считаю, что он, как вы выразились, окончательно испорчен. Более того, я полагаю, что его легко исправить. Он часто говорит о вас и жаждет вашего одобрения. Его выходки — лишь следствие его неуверенности в себе. Я полагаю, что этими своими поступками он хочет добиться внимания. Ему нужна ваша любовь. Распоряжайтесь этими сведениями, как вам будет угодно. Однако я прошу позволения прекратить эту переписку. Если он узнает о содержании наших бесед, моя жизнь будет в опасности. Искренне ваш, Фра Джоконда. Так, окей. Прочитайте письмо. Я только что прочитал, Я только что прочитал твое письмо. Не надо. Не надо нам больше. Ну, в принципе, нам больше и ничего здесь. И нету, да, последней записи. Там же яма, короче, да. Там мы уже читали все. Документы. Страница. Письма. Берта, Рафаэля, Джованни Аудиторе. Это мы все читали, да? Окей. Ну давайте. Что там нам виллу надо смотреть, да? Страницы кодекса. Ой. Альфа-ларинов. Ларина, так, окей. Ему надо подойти поговорить. Знакомо, да? Страницы кодекса. Да. Твой отец нашел и перевел несколько страниц незадолго до... Вот. Тут потрудился не твой отец. Перевод сделал некто другой. Леонардо да Винчи, мой друг. Видишь, как слова переходят с одной страницы на другую? За всем этим что-то скрыто. Какая-то карта. И куда она должна привести? Нам с твоим отцом удалось разобрать на этих страницах отрывки из пророчества. Его записал один ассасин, которому когда-то принадлежала частица Эдема. Его звали Альтаир. Альтаир, помните, да, из первой части? Он говорил, что спрятано нечто древнее и могущественное. И что же? Верно. Мы собираем эти страницы именно для того, чтобы разгадать эту загадку. Позволь, я помогу. Пришло время продолжить дело отца. Мое дело. Я начну со страницы, которую забрал у Вьери. Леонардо расшифрует ее. Бенни, возвращайся, когда будет время, и мы повесим ее на стену. Так, доберитесь до точки обзора на вилле. Места, где находится страница кодекса, появляются на карте, когда вы доберетесь до точки обзора. Окей. Карта поможет вам найти цели и дополнительные задания. Кроме того, в паке карта на рабочем столе анимуса, вы можете самостоятельно что-то там, короче, я так понял, ставить отметки, что ли.
Так. У нас есть еще одна статуэтка. Давай-ка ее сейчас воткнем. Куда-нибудь. Отлично. Сходу угадали. Так. Точку обзора. В принципе, мы же точку обзора уже смотрели, нет? Здесь на вилле. Или это другая, новая? Ладно. Бог с ним. Посмотрим еще раз, если что. Как раз мы нашли, короче, кодекс. Ну, помимо вот этого кодекса, который, да, в прошлой серии нашли, мы еще до этого находили страницы кодекса. И, в принципе, Да Винчи нам должен их будет расшифровать. Так, найдите 4 философских страницы кодекса. Найдено страницы кодекса 4. Окей. Где? А, смотри. Все 4 страницы, они здесь, в Монтериджоне находятся, да? Давай. Давай начнем. Давай начнем. Так, она где-то, короче, здесь. Где-то здесь. Понял? Внизу, что ли, где-то? Ящики, что ли? Так, получена страница кодекса, отлично. Здесь страница кодекса, понятно. Это понятно, что Леонардо нам все расшифрует. Окей. Давайте дальше. Смотри, тут что-то еще есть. А. Сундучок с деньжами. С деньжищами. Так, окей, здесь внизу где-то. Тоже, наверное, ящичек, да, должен быть. Думаю. Так. Где? Здесь, что ли? Да. Отлично. Две есть. Так, давай сюда. И потом следующий туда. Там уже, наверное, я так понимаю, за пределы виллы, короче, там надо будет на скакуне скакать. Добивает меня вот эта штука, короче. Скидки. Быстрее бегом. Покупай все, что у меня есть. Скидки. Дешевле вы не найдете. Так, отлично. Это сделано. Ну и вот сюда. Давай-ка сейчас заберемся, короче. Посмотримся, может, здесь что интересное лежит еще. Так. Да ничего. Окей, ладно. Ну, побежим давайте с орлиным зрением, короче. Ой. Валился. Так, окей. Это мы вышли, да? Вышли. Так, погоди. Так вот, если осмотреться. Здесь-то нет ничего. Здесь ни черта нет. Так, окей, ладно. Ладно.
Ну что? Мой, ох, ты смотри, какой красавец, да? Черно-белый такой конь просто. Красавчик! Погнали! Ой, черно-белый конь. Так, ладно. Аспект. Я иди вот так вот осмотрю сейчас. Нет, ничего. Так, наверное, где-то здесь. Смотри. Белый коняка. Белый коняка. Но мне мой черно-белый вообще вкалывает, да? Прикольно. Можно его как-то, не знаю, запатентовать, чтобы он всегда был моим. Так, смотри, расшифровать 4 страницы кодекса, вы получите. Что-то там вы увеличите или что-то получите, короче. Окей. Новые планы пройдено. Новые планы пройдено. Теперь обратно нам надо. Обратно. Окей. Зовите Клаудия. Окей. Сейчас мы вернемся на виллу и зайдем к Клаудии. Сестренка что-то от нас хочет. Так. Ладно. Покушай, мой родной. Так, погоди, да, я слезу с тебя. Покушай, мой родной, а я пока пойду и займусь делами. Так, о, смотри, там что-то блестит. Чуть ящичек не пропустил, отлично. Не, ну красавчик, красавчик. Посмотри, он за мной. Я ему понравился, походу, да? Можно здесь погладить его? А? Опа! Я думал, можно как-то погладить, не знаю. А можно зайти в город на нем? А, нет, не пускает. Не пускает. Ладно. Ладно, отдохни. Окей. Что-то болит, друг? Да не, мне пока ничего. Пока все нормально. Пока все нормально. Оп. Погоди-ка. А, это учение. Я думал, что-то новенькое там блестит. Так, здесь-то нигде ничего нет. Мы уже смотрели, наверное, да? Так, что там, Клаудия? Нажмите, чтобы поговорить с Клаудией. Окей. Привет, Клаудия. Наш дядя просто козел. Это возмутительно. Что случилось? Он заставляет меня работать. Если бы отец был жив, он бы этого не допустил. На каких же условиях дядя тебя, так сказать, поработил? Поскольку кто-то захотел, чтобы мы остались здесь, Марио решил, что мы должны найти деньги на ремонт виллы. Беда в том, что денег нет. Я могу добыть немного денег. А, отлично. Значит, меня ждет еще больше работы. Бениссимо. Когда ты начнешь восстанавливать город, я буду делать записи обо всех работах и платежах. И еще обо всем, что ты принесешь в дом. Мне все равно нечего делать. Если ты приведешь... Да что ты ноешь, раз тебе нечего делать? Работай тогда. Но кто поедет в такую глушь? А уж если поедет, то заработанное золото я буду складывать в этот сундук. Ты должен лично брать его и передавать в банк. Иначе сундук наполнится, и я не смогу класть туда деньги. И заберу их себе. Понятно? По рукам. Так, окей. Ох ты, нифига себе, завершение 1%. Водка, что-то, смотрите, лавки. Лавки, доходы, сундуки.
Какие-то обновления, так, снаряжение, окей. Так, погоди. А что, здесь ничего не выбрать, что ли? Ничего? Здесь это просто как учетная книга? А, да. Учетная книга, торговца картинами 0, банк 0, кузнец 500, врач 750. А, все лавки открыты, все лавки улучшены до третьего уровня, недоступно. Обновление, что-то тут, смотрите, тут целую кучу борделей, всякие и шахты, и казармы можно, даже колодец можно построить. Получается, да? Так, окей, о, страницы кодекса. 8 из 30, перья 5 из 100, портреты жертв Эцио. Короче, тут у нас всякого полно. Вилла приносит доход в 162 флорина, которые поступают в ваш сундук каждые 20 минут. Местная вместимость сундука 647. Нажмите, чтобы забрать свои деньги из городской казны. Я пока ноль. Отлично. Ладно. Клодия положит доход от виллы в сундук, который стоит рядом с ней. Приходите сюда регулярно, чтобы забирать деньги из сундука. Ладно, я понял. Так, пока ничего. Поговорите с архитектором. А. Как строить-то, наверное, с этим? Бонжорно. С архитектором, что-то наверное, не так? Марио нанял меня навести здесь порядок. Но я архитектор, а не чудотворец. Чтобы отремонтировать эти здания, нужны деньги. А если кто-нибудь даст тебе денег? Тогда я берусь за дело. Ты должно быть Эцио. Я прав? Дядя, мне нравится этот архитектор. Он становится очень внимательным, когда чует деньги. Как же мне работать без денег? Вот мои расчеты стоимости. Приноси деньги, говори, что нужно сделать, и я тут же примусь за работу. Если я построю лавку, то ты, как землевладелец, сможешь покупать в ней товары со скидкой. Вложишь больше денег, больше будет и скидка. Что же касается ремонта зданий, о, ты вдохнешь новую жизнь в город и виллу. Марио говорит, что это очень много значило для твоего прапрадеда. После постройки лавок и ремонта в город станет приезжать больше людей, и твои доходы увеличатся. Итак, посмотрим на мои проекты. Давай. Посмотрим на твои проекты. Кстати, заметили, да, архитектора, короче, озвучивает чувак, который озвучивал, помните, старенький американский, короче, мультик этот, ну, диснеевский, Винни-Пух. Винни-Пуха, короче, он озвучивал. Этот же переводчик. Так, окей. Доступно 15315 у нас. А, торговец с картинами. Торговец продает картины, обновив лавку, увеличив стоимость города. Так, скидки на 5% на все. Погоди, кузнеца. Кузнеца. Тут продают оружие и доспехи, обновив лавку, увеличив стоимость города. Окей. У нас есть скидка на 5%. Давайте сделаем скидку себе на 10%, наверное, да? Так, обновить. В смысле? Обновить кузнецу до уровня... Да. Все отлично. У нас теперь есть 10% скидка, отлично. Так, врача. Врача. Наверное, давайте обновим тоже. Окей. Врач. Так, портной, что у нас? В этой лавке продается одежда, ее обновление увеличит стоимость города. Так. Портной. А, бордель. Обновление бордель увеличит стоимость города. Так, погоди, колодец. Починка колодца увеличит стоимость города. А, гильдия воров, обновление гильдии воров, понятно. Армы. Всякие разные. Церковь. Шахты. А, интересно, что шахты-то дают? Банк. Окей, обновление банка значительно увеличит скорость. Так, ну-ка. Может банк давай? Попробуем. Может что-то у нас увеличится? Так, банк это... На... Банк, так, торговца картинами давай поставим. Отлично. Кузнец есть, врач есть, портной. Портной, портной. Давай портного, короче, тоже увеличим. Так, бордель.
А, на бордель нам не хватает. Блин, без шлюх. Без шлюх мы будем. Обидно. Так, окей. Дальше шахты. 4000, 4000, 3000. Гильдия ворот. 4, 4, 4. Окей. Что такое колодец? Зачем нам колодец? Что он дает, этот колодец, интересно? Так, окей. Он Яджел. Архитектор обновляет здание, Монтережоне увеличивает доход. Окей, ну я так предполагал, у нас доход увеличится, да? Говорите с Марио в его кабинете. Так, погоди. Ноль флоринов. Ха-ха. Еще ничего не поступило в банк. Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? Давай-ка. Лавки, лавки. На 11% смотри у нас. Доходы в сундуке. Доходов в сундуке у нас пока нет ничего. 20 минут каждый. О, вместимость сундука 6 тысяч, почти 7. Ништяк, ништяк. А престо, Эцио. Так, к дяде. Идем к дяде. Комната кодекса, здесь на стене хранятся зашифрованные страницы кодекса. 8 из 30 страниц кодекса, если я собрал все страницы, вы получите доступ к своим последним воспоминаниям. Нажмите, чтобы взаимодействовать со страницами. Так. Ну, пока, короче, у нас, походу, ну, как бы, мы еще все не собрали, все кодексы, страницы, так что смысла нет тут что-то крутить, вертеть, поэтому... Пока это не будем делать. Эцио, мальчик мой, пришло время кое-что показать тебе. Давай. Ух ты! Ух ты! Тайные ходы всякие. Отлично. Чего он так убежал-то? Воу-воу-воу! Дядя Марио, вы куда? Так быстро-то. Ух ты! Ух ты ж, мать твою, ты смотри! Это святилище. Мой прадед построил его, чтобы хранить тайны Ордена Ассасинов. Посмотри вокруг. Это ассасины, которые защищали человечество, когда ему угрожала опасность. А это доспехи Альтаира. Мы мало знаем о его жизни, но его броня очень легкая и прочная. Я бы отдал ее тебе, но не знаю, как ее достать. Прадед говорил, что доспехи останутся под замком, пока не станут целыми все их защитники. Ходят слухи о том, что эти шестеро были похоронены в гробницах, полных сокровищ в разных частях Италии. Возможно, они как-то связаны с этой загадкой. Дни моей юности я сам их искал, но безуспешно. Может, тебе повезет больше, чем мне. Тебе нужно добыть эту броню, чтобы полностью синхронизироваться с Эцио. Окей, я понял. Да, про эту вот броню вы мне писали, получается, да, в комментах? Секретная броня. Жестко лежит доспехи Алтаира. Решетка заперта на 6 замков. Окей. Короче, нам надо будет искать статую Амунет. Амунет. Это, наверное, ассасин Египта, наверное, да? Амунет. А, Амунет. На пьедестале стоит статуя Амунет. Женщина-ассасин из Египта. Она убила Клеопатру с помощью змеи. Похоже, на пьедестале чего-то не хватает. Окей. Илтани. На пьедестале стоит статуя Илтани, женщина-ассасина из Вавилона. Она отравила Александра Македонского. Похоже, на пьедестале чего-то не хватает. Окей. Так, ты кто у нас? На пьедестале стоит статуя Леония, римлянина-ассасина. Он заколол Калигулу кинжалом. Похоже, на пьедестале чего-то не хватает. Окей. Здесь три, здесь всего 6 штук, короче, да, получается. Статуя...
На пьедестале стоит статуя Вэй Ю, китайца-ассасина. Он убил копьем первого императора Китая Цинь Ши Хуана. Похоже, на пьедестале чего-то не хватает. Дальше на пьедестале стоит статуя Дария Перса-ассасина. Он убил Ксеркса спрятанным клинком. Это первый известный случай применения спрятанного клинка. Похоже, на пьедестале чего-то не хватает. Ага. Основатель... клинка, короче, этого спрятанного. На пьедестале стоит статуя Кулангала, монгола-ассасина. Он застрелил из лука лошадь Чингисхана. Похоже, на пьедестале чего-то не хватает. Окей. Это я все понял. Короче, нужно искать гробницы. Собирать там какую-то фиговину. Смотри, какая, да? Рисунок какой. И, короче, здесь открывать этот замок. Окей. Комната кодекса здесь на стене. Понятно. Читали. Так. Что у нас там? Накопилось чи нет? 0 флоринов. Ладно, друзья. Окей. Видос у меня подошел к концу. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Продолжим уже в следующей серии. Постепенно будем разбираться со строительством и тому подобное. Короче, в комментах тоже пишите советы по строительству, что как лучше улучшить, короче. В первую очередь улучшать и тому подобное, там, так далее. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.